Здоров, ну что же, идем на третий этот DLC. Короче, я прошел там испытание, дал пизды тестмастеру, вот, зашел в лабораторию, выполнил остальные там эти действия, там, ну точнее эти мини-игры, где вот эти там палочки, или электричество вот это вот. Вот, все, получил эти две сраных ачивки. И теперь, собственно, можно отправляться. Отправляться. Третий DLC. Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись. Ограбление музея несколько дней назад стало началом беспощадного наступления на город. Количество жертв лишь растет. Вчера капитан Юри Ватанабе была отправлена в отставку, после того, как чуть не убила Дона Маджи и Кувалду. По слухам, она сказала: «Это меня не остановит». Примечание. Заняться этим позже. Не думаю, что это конец истории. Тем временем Кувалда, который, как считалось, погиб, сумел выжить и сбежать из-под стражи. Полиция ищет его, но у них нет ничего конкретного. Его люди продолжают охотиться на оружие и технику Соболя, включая нечто по имени Проект Олимп. Нам удалось выяснить, что Проект Олимп — совместное начинание Оскорп и Соболя. Некая биотехнология для превращения людей в непобедимых суперсолдат. Кувалда жестоко безумен, а теперь выходит еще и неуязвим. Но главное сейчас... выяснить, где скрывается Кувалда. Вопрос в том, что нам делать, когда мы его отыщем. Забида у срачки. Привет, Джей. Я следую с окопами на завод Оскорб. И похоже, что парни Кувалды взялись за старое. Про Юри новостей нет? Пока нет. Скучаешь по ней, да? Да, было здорово. Ну, конечно, не так, как у нас с тобой, но все же. Ну да. В общем, я кое-что разузнала. Оскорб наращивает производство снаряжения по проекту Олимп. Видимо, именно поэтому люди Кувалды и атакуют завод. Заказ по Олимпу Оскорб выполняет для Соболя. Она заключила сделку с Осборном во время дыхания дьявола. И оказывается, все это должно пойти на экспорт. В Симкарию. Симкария же ее родная страна. Где сейчас идет кровопролитная гражданская война. Ты слышал об этом? Нет, мне сейчас не до международных новостей. Немного занят местной войной тут, в Нью-Йорке. Там жуткая история. Расскажу, как будет время. Да, буду рад поговорить о чем-то, кроме Кувалды, для разнообразия. Слушай, как насчет взять отпуск, когда все это закончится? Отпуск? А что это, я не очень в курсе. Да, я тоже. Но правда, он нам нужен обоим. Надо что-нибудь придумать. Сообщи, как выяснишь, что там на заводе Оскорб. Хорошо. О, что это такое сейчас было? Это что? Танцевальный батл? Обожаю их! Моя очередь! Новая броня, конечно, клевая, но я скучаю по вашим убогим нарядам а-ля 70-е. Йоу-йоу-йоу. Сразу переходите к делу, да? Слушайте, а вы вообще по жизни дружите? А, у них просто костюмы этих. Коллеги! Ваша контора как-то слишком резко разрослась. Вы поди друг с другом и не знакомы. Позвольте представить вас друг другу. Винни, это Винни. Винни, Винни. Почему никто не смеется? Стойте! Может, вы не смеетесь, потому что вас всех правда зовут Винни? В таком случае приятно познакомиться, Винни. Типа, окопы Винни вообще, да? Винни. Типа, не могут в голову попасть им? Или что, или как?
Как это вообще работает? Ёбаный в рот. О. Да как-то вот так вот. И летающие теперь у них. У них теперь все, да, есть? Ну же, Человек-паук, сыграем в «Спаси свинью». Вот грубиян. У парня с ранцем явно... А, ну привет, засадники. Куда делся ваш друг? Что, молчите, да? Может, просто не слышите меня из-за этих своих ранцев? Жарные у вас ранцы. Где такие дают? Дайте догадаюсь, вы их просто на дороге нашли. Знаете, вам бы начать самим что-то делать, вместо того, чтобы все барабать. Самим же приятнее будет. Может, не будете вечно такими злыми? Йоу. Я тебе хребет сломаю! Ты себе что-нибудь сломай. Все? Если не слабо! Ты меня на слабо берешь? Серьезно, что? Ли. Что за? Это твое? Нет. Но как было бы круто! Ты в порядке? Да. Да. Еще одна тупая пизда. Давно не виделись. На кого работаешь? На кувалду. И где этот кувалда? Постой! Может, возьмем по чашке кофе и поговорим по-человечески? Кстати, мне нравится эта твоя летающая штука. Скажи мне все, что знаешь. Ну, без пушки. Ты дура. У меня дикция лучше. У тебя 3 секунды. Просто опусти оружие. Раз. Ты это серьезно? 2, 6, 9, 100, 500. 3. Кажется, ты напряжена. Успокой дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Говори, где найти кувалду. Сам не знаю. Ты тебя охуел? Мы можем перестать мутузить друг друга и объединить силы. Объединить? Нет. Чем я тебе не угодил? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты чё такая? Ты должен защищать город! Но при этом просто так позволяешь кувалде воровать мое оружие и припасы! Ничего я не позволяю! Наоборот, постоянно... Да хули ты такая, блядь? Плохо пытаешься! Ты мразь какая-то ебанутая! О, обидно! Блядь, вообще, типа, это это невозможно, блядь! Типа... Вообще, Человека-паука сейчас опустили нахуй! Ну? Ну? Кажется... Ты напряжена. Успокой дыхание. Да, блядь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Говори, где найти кувалду. Сам не знаю, но мы можем перестать мутузить друг друга и объединить силы. Объединить? Нет.
Чем я тебе не угодил? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты вроде должен защищать... Нихуя ты! Но при этом просто так позволяешь Кувалде воровать мое оружие и припасы! Ничего я не позволяю! Наоборот, постоянно пытаюсь его остановить! Плохо пытаешься! Очень! О, обидно! Но ты права! Кто знает, может, ты втайне работаешь на него? Ого! Это уже слишком! Я тебя не знаю! Очевидно! И не доверяю тебе! Держись подальше от меня, если не хочешь неприятностей! А что будешь в это время делать ты? Найду Кувалду и прикончу его! А, ну удачи! Он не очень-то смертен! Он не знаком со мной! Да нихуя ты! Вообще, я охуею, типа, что с тобой делать, дура? Ты вообще бессмертная какая-то, непробиваемая, типа, блядь. Кажется, ты напряжена. Успокой дыхание. Вдох, выдох, вдох, нет. Выдох. Говори, где найти Кувалду. Сам не знаю, но мы можем перестать мутузить друг друга. Вот опять, силы. Нет, нихуя. Объединить? Нет. Чем я тебе не угодил? Стой. Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты вроде должен защищать город. Но при этом просто так позволяешь Кувалде воровать мое оружие и припасы! Ничего я не позволяю! Наоборот, постоянно пытаюсь его остановить! Что ты нахуй? Плохо пытаешься! Очень! Дура ебанутая! Но ты права! Кто знает, может, ты втайне работаешь на него? Ого! Это уже слишком! Ты чё такая ебанутая? Я тебя не знаю! Вообще на нее нихуя, типа как, типа вы сделали какие-то эти фишки и типа это нихуя вообще просто не работает. Кажется, ты напряжена. Успокой дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Говори, где найти Кувалду. Сам не знаю, но мы можем перестать мутузить друг друга и объединить силы. Объединить? Нет. Да блять. Я охуел. Типа блять. Джеймсона начала слушать. Вообще, типа, блядь. Воровать мое оружие и припасы. Ничего я не пос... Да, серьезно, типа, это и есть Человек-паук, типа, блядь. Вот это, серьезно, блядь. Типа... Типа, что мне делать? Ты напряжена. Успокой дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Говори, где найти Кувалду. Сам не знаю, но мы можем перестать мутузить друг друга и объединить силы. Объединить? Нет! Чем я тебе не угодил? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты вроде должен защищать город! Типа опять же, чё тебе надо нахуй, дура? Ты позволяешь Кувалде воровать мое оружие и припасы! Ничего я не позволяю! Наоборот, постоянно пытаюсь его остановить! Плохо пытаешься! Очень! О, обидно! Но ты права! Бить её бесполезно! Кто знает, может, ты втайне работаешь на него? Ого! Это уже слишком! Я тебя не знаю! Очевидно! И не доверяю тебе! Держись подальше от меня, если не хочешь неприятностей! А что будешь в это время делать ты? Найду Кувалду и прикончу его! А, ну удачи! Он не очень-то смертен! Он не знаком со мной! Ну да, так как ты бессмертная, нахуй! Вообще не вижу... И чё, мне надо побить как-то? Ей похуй, она уклоняется от всего. Да ёбан тебе. Блять. И так я буду по несколько ударов. И... Типа. Нет.
Блять, то есть реально по одному удару я делал, да? Ладно, это уже показуха. Блять. Ну пробуй, бей. Да ты заебала! То есть это вот чё за бред? Два раза я тюкнул. Тюк-тюк. Типа, ей вот настолько похуй всё. Ебать. Вот и опять же. А, не, все, слава богу, блядь. К черту! Ебала какая-то вообще. Да что это с тобой? Ты же из хороших парней. Да, я из хороших. Угу. Но я не парень. Ой-ой-ой. Ой, май гад. Какая... Как же выживешь, поблагодаришь? Старые друзья. Да вот бы я был таких старых друзей. Вернулся. Я знаю, кто. Соболь. Откуда ты знаешь? Работа такая, все знать. Полагаю, она здесь, чтобы помешать Кувалде украсть свои грузы. Это хорошо. Может, вы с ней сработаетесь. Вот, в данный момент это не очень реалистично. Ну ладно, я начала разбираться, что творится в Симкарии. Хватит нести всякую ерунду! Чудила? Как ты... Живо! Двигай на восьмую и Перлман, пока я и мои фанаты не сдохли от скуки! Ёбана. Что она на сей раз выдумала? Надо... Так, что там за костюм нам дали? Ёбаный питон, блядь. Да, нах, ты. Спешить, пока никто не пострадал. Так, здесь у нас какие территории? Ага, одна территория, вторая. Хоть бы только три территории. Три, четыре, блядь. Нихуя там. Четыре территории. Да? Да, четыре. Вау! Неужто это мой любимый супергерой насекомое? Готов к третьему сезону? Не сказал бы. О, веселей! Не смурней! Мы приносим радость миллионам фанов! У меня огромные планы на этот сезон. Если мы наберем 50 миллионов подписчиков, я закачу эксклюзивную вечеринку! Ты нахуй бы не пошла просто. Вечеринку, да? Похоже, хорошая возможность наконец покончить с ее вопросом. Ну, а вот и наши лаги интересные. Думаю, что стоит подыграть ее планам. Понятно. Ну, давай. Эй, паучок, знаешь, кому будет плохо? Половине города, если ты не найдешь бомбы. Мне нужно вырубить этот стрим. Но сперва бомбы. Фанаты чудилы совсем свихнулись. Почти на месте, но не опоздаешь ли? Как ты еще ее не заметил? Не переключайтесь, ребята,
очереди фотобомба! Блять! Фу, твои фотографии такой отстой! Ну, блять, чё-то я вот протупил, блять. О, уже теплее! ОМГ, ты близко, как только возможно! Да! О, я просто влюблена! Надо следовать за грузовиком! Ёбаный бро. Блять, это не то. Так, еще одна. Как мне вот эти вот, блядь. Как еще? Идеал был близко. Да вообще похуй. Не лучшая работа, но и не худшая, пожалуй. Прости, МЖ, что отключился. Нужно было с чудилой разобраться. Снова. В последнее время в твоей жизни много женщин. Да, заебали здесь. Кроме тебя, конечно. Ха, да то ты тоже дура, блядь. Ну, ты конченая. Нет. Если тебе хочется, как чтобы я считал тебя замороченной, то с тобой заморочки хорошего типа. Вот так. Неплохо. Спасибо. Ладно, я продолжу искать следы кувалды и сообщу, если найду причину заморочиться. А я побегаю по городу и поделаю обычную паучью работу. Хер знает. Сейчас что-то еще ж должно выскочить. Всем постам. Финансовом квартале водитель грузовика в опасности. Это могут быть люди кувалды. Надо проверить. А это обычные испытания, да, вот эти, блядь. В смысле, преступление. Открывай сам! Или мы тебе поможем! Отвалите от меня! Надо добраться до водителя раньше них. Просто было бы двери, чего ты? Да я понял, если только вы относились к моде с таким же энтузиазмом! Человек-паук, на помощь! Я слышал, что они вызвали подмогу! Здесь Человек-паук! Нужна подмога! Я ломаю дверь! Смотри, пуга! Что-то вас слишком-то дохрена ради одного грузовика. Я выломаю дверь. Да, выламываю. Помощь!
Эти парни всерьез крадут технику Соболя. Хотя они всегда все делают всерьез, честно говоря. Спасибо, паук. Ты меня спас. Все, теперь открылись преступления. Что там, МДЖ? Люди Кувалды атакуют погрузочную эскорт у Сипорта. Понял. Направляюсь туда. У меня вопрос. Мы знаем, что Кувалда успел украсть большую часть оружия Соболя и кучу всего из хранилищ полиции. Теперь он ворует предназначенное для Симкари. Где он хранит все это добро? Без понятия. Но если мы узнаем, сможем перекрыть ему кислород. Я попытаюсь изучить перемещение его людей по карте, и, может, смогу из них что-то понять. Это идея. В общем, я почитала о ситуации в Симкарии. Правящий диктатор убивает собственный народ. Судя по всему, Соболь в одиночку вооружает повстанцев. И не все идет по плану. Кажется, то, что у нее крадет кувалда, ей бы пригодилось. Вот почему она в такой ярости и в отчаянии. Может быть, но мне кажется... Да, мне кажется, может, ты просто заткнуться. Он здесь! Шевелитесь! Эй, куда же вы? Я только пришел! Чё за хуйня сейчас была? Похоже, что вы, ребята, торопитесь. Но это совсем не имеет отношения к награбленному добру там позади, да? Уверен, это все просто недоразумение. Полиция скоро приедет и поможет вам вернуть то, что вы случайно украли. Побудьте тут, а я помогу вашим друзьям. Надо поймать вон тот грузовик. Ладно, раунд за тобой. Ты выиграл. Билет в один конец на Райкер. Так, еще два. Вы вот хули кружите-то, блядь. Кого-нибудь. А это что еще такое? Самолет? Мозги просто валим отсюда. Нет, 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 только не пар. Она порастреляет. А то я не вижу. Они быстрее. Прошу прощения, граждане, мы буквально на минутку. Если бы вы остановились пораньше, нам бы не пришлось сейчас разговаривать. Ебать! Человек! Соболь, что ты творишь? Через машину. Ты только делаешь все хуже! Дай мне разобраться с остальными! Нет! Я не могу позволить... Как он бы... Блядь! Вообще яично, блядь! Подмога! О, чем они стреляют? Вам стоило бы подумать о смене профессии. Хотя, может быть, у вас сейчас хороший баланс в жизни. Мало ли. Вот так. А теперь хватит воровать. Пожалуйста. Это даже весь финансовый квартал разнесет. Догадываюсь, что обо всем этом скажет Дэйн. Прекращай! Да ты заебала нахуй! Разберемся! Ёбаный, блядь, кисель!
Ронда теперь есть дроны? Он слишком увлекся модернизацией своих активов. Эти дроны нацелились на Соболь. Надо ей помочь, верно? Верно. Один готов. Да ёбаный в рот. Вообще. Ебать, как это бесит. Блять, сейчас опять я в эту хуйню врежусь. Да вот для какого хуя-то, блядь? Ой, говнище ебаное, блядь. Господи. А чё? А чё я не могу зацепиться-то, блядь? Чё за хуйня, блядь? Не заставляй меня приземлять свою леталку! Я понять не могу, чё происходит. Почему я не мог зацепиться за эти ёбаные машины? Вот же я рядом. Да пиздец. Я не понимаю. Чё, блядь? Чё, блядь, происходит? Они по кругу, блядь, гоняют, нахуй. Иду, блядь, на перехват, нахуй, вообще. Ну, и что? Что я должен? Мне кажется, просто затупило, блядь. Ёбаная игра, блядь. Ёбаная игра, блядь. Это просто уёбище, нахуй. Вот. Ну это ж кнопки, блядь. Ой, да, блядь, пиздец, последнее КТ, нахуй. Это невыносимо, это просто, блядь, залупа какая-то, блядь. Вот их три дрона, я сбил только два. Где, блядь, третий дроны? Вопрос? Он слишком увлекся модернизацией своих активов. Эти дроны нацелились на Соболь. Надо ей помочь, верно? Верно. Один готов. И уронил. Поднимай новых дронов. Нужно ее сбить. Понял. Вывожу остальных. Если я сяду на крыло, смогу использовать оба эжектора. Вот. То есть, блядь, затупило вообще нахуй. О, блядь. У меня пиратка так, блядь, не тупила. Соболь, давай проясним кое-что. Я вообще-то пытаюсь тебе помочь. Отвали, паук. Непременно. Но сначала я разберусь с этими... Эй, Соболь, теперь все чисто. Видимо, на синкорейском молчание знак признательности. Теперь за последним грузовиком.
А где власти? Где, блядь, военные? Где это все нам? Где щит, блядь? По городу полностью, блядь, летают, все разрушают нахуй. И никто это не останавливает. Полегче ты! Где твой кувалда? Он меня убьет, если скажу. Так что делай, что хочешь. Слушай, нам нужно одно и то же. Если объединимся, мы найдем его. Поверь мне. Ага. Работаем вместе. Как партнеры. Ага. Партнеры. И ты даже ничего не почитал. Где твой чутье? С чего ты тупой, как Том Холланд, нахуй? Вякнешь? Господи, какой ты, блядь, придурок. И бабы эти придурочные, блядь. Не робот, уверен на 77%. Внимание, просто злость. Да, блядь, лечу я нахуй. Нужно проверить. Никогда, блядь, Майлз, иди нахуй. Люди на! Кувалды прижали агента Соболя. Не очень-то честная схватка. Надо уравнять шансы. Да на нахуй. Тебе привет от босса. Тебе привет от ноги, нахуй. Охуеть. Я думал, ты... Пизды сейчас получишь. Эй, научил бы ты меня этим трюкам. Да, здесь особо нечему учиться. Я просто стараюсь не подставляться под пули. Ну, я твой должник. А что им было нужно? Это гуманитарный груз, идет в Симкарию. Ты ведь слышал, что там? Что-то вроде гражданской войны. Точно. Ну, они напали на меня и украли большую часть. Куда они его дели, я не знаю. Я попробую поискать и сообщу, если что. Рад встрече... Дэвид. Дэвид Абадеми. Паук. Человек-паук. Ну, в моей голове это звучало не так глупо. Алло, МДжей? Питер, отправляйся в Сохо. У меня для тебя есть зацепка. Мой тюремный источник сообщил, что ребята кувалды часто торчат в одной пиццерии. Может, ты сможешь их отследить и разузнать, где склады кувалды? Знаешь, конечно, почему мечтаю, бы нет? Чтобы мы звонили друг другу и просто рассказывали о наших делах, как обычные люди. Ладно. Так, как твои дела, милый? Ну, Соболь и я поймали пару негодяев. А, значит, вы все же команда. Ну, в теории. Вам надо как-то договориться. Кувалда слишком силен для вас по отдельности. Мой источник также сообщил, что кувалда использует проект Олимп, чтобы еще сильнее улучшить себя. Сильнее? Да он и так просто ходячий танк. Вот и я о том. Если не вы двое, то его уже никто не остановит. Мстители? Нет, не канают мстители. Да, слишком много народу. Мне не удастся подойти ближе, выглядя вот так. Надо бы снять костюм. Мы в опасности, паук. Я была... Вот. Теперь я обыкновенный горожанин. Кажется, это место получило звездный отзыв в Бьюгл на той неделе. Вот народу и много.
твой или мой? Мой. Да, чего? Ладно, скажи, мы уже едем. Эй, пошли. Нужно кое-что сделать для Тони. Сейчас? Но мы уже почти первые. Знаю, знаю. Но что делать? Нужно сделать кое-что для Тони? Это точно люди Кувалды. Надо проследить. Но издали. Так что Тони опять понадобилось? Ноутбук достал. Он его в машине забыл. Серьезно? А какого хрена он сам не может сходить? Видать, делает что-то более важное для босса. А где сейчас босс вообще? Не в курсе. Ха, ну Тони должен знать, он у босса на примете. Ну, блядь, сквозь людей бегает. Тони. Да, блядь. Я должен быть у босса на примете, а не он. Ага, ну да. Все прозрачные, да? Он еще помог боссу придумать ловушку для той девушки. Иду, как будто бы обосрался, вот срать хочу. Не знаю, по мне так хороший план. Близнецы? Если поймаем ее, то получим остальное ее добро. Теперь ты на стороне Тони? Все с тобой ясно. А там уже на карте обозначено, хули мне за ним, блядь, следить? Слушай, мне тут надо переговорить. Подержи народ подальше пару минут. Ага. Блин, долбаный Тони. Нужно подобраться, чтобы услышать разговор. Если я не могу просто подойти, то может сверху выйдет? Нужно спрятаться. Нельзя лазать по стенам у всех на виду. Меня никто не видит. Теперь можно лезть на крышу. Я бы мог зависнуть над ними и подслушать. Надо добраться до переулка. Клянусь надгробием матери, он думает, что первый в очереди. Ха! В очереди почистить мне обувь скорее. Ага, тот и оно. В общем, Тони нужен его ноутбук. Видимо, там какие-то важные вещи на нем. Естественно. Мы ее на C3 поставили. Место C3? Если я заполучу ноутбук Тони, это может помочь найти Кувалду. Спасибо. О, очень увлекательная беседа, но с меня хватит. Человек-паук, вали его! Да, это я. О да. Ну и мерзость! Я тебя раздавлю! Хватит шутки шутить! Что сейчас было? Сейчас будет больно! Ах ты, тварь! Он слишком шустрый! Так, и где же этот ноутбук? Ну, здравствуй, ноутбук Тони. Посмотрим, смогу ли я в него влезть. Та-дам! Ага, у него есть приложение «Найти мой телефон». Посмотрим, где ты, Тони. Пит! Привет, милая, как ты? В делах. По уши в информации о Симкаре. Тогда я по-быстрому. Зацепка была правильной. Я сейчас на пути к одному из воротил Кувалды. Если кто и знает, где сейчас его босс, это он. Здорово. А один из подручных упомянул ловушку для Соболь. Как ты думаешь, о чем он? Я думаю, что кучка старомодных бандитов не может смириться с уверенной, сильной женщиной. Ой, ебаля, во-во-во. Да. Прости, Пит, не хочу обидеть, но... Да мы тоже что-то не можем с этим смириться. Да, конечно. Хуйня какая-то, блядь. Нет, я не знаю, когда она появится. Нужно быть наготове. А вот и Тони. Думаю, нас маловато. Удвоить число. Ну так вызывай их с баз. Почему я должен твою работу делать? Ладно. Попался, Человек-паук. Эй, дерись, честно! Подбойник!
Все? Послушай, паук! Эта баба особая. Скажи ей, что мой босс хочет с ней переговорить. Я бы сказал. Но она меня не слушает. И не только меня. Дай мне его адрес. Стоп, откуда? Как? Адрес! Калекский билдинг. На крыше. Стой! Это же наверняка засада! Соболь, ты попадешь в ловушку! Мне все равно, лишь бы там был Кувалда. Вот опять же, если здесь такие крутые бабы, нахуй себе вообще Человек-паук, блять, нужен? Кувалда начал использовать прибамбасы. Мэри Джейн крутая. Это, блять, курсе, что он превратил себя в чудовище. Ментовка Кул тоже Штейна. Крутая. Это тоже крутая, типа, блять. Если ты угодишь в ловушку, то ничего не выйдет. Соболь, что ты творишь? Все на такие наикрутейшие, блять. Куда бы, сука, деться? А чё она, если она не хочет, чтобы это за ней следил, ну ушла бы в стелс, блядь. Дура, блядь. Ну вот и ловушка. Собственно говоря. О, смотри-ка, западня! Если бы ты только знала об этом заранее, да? Ага, дура ебаная. Я справлюсь! Есть желание просто посмотреть со стороны, но это было бы мелочно. Ее поймали, ее же техники. Ну да, мы сверху упали. Один готов. Как ты там держишься, Соболь? Или Сильвер? Как тебя называть? Готово. Никуда не уходи, пока я занимаюсь другими. Поняла? Не уходи. Закрой рот. Знаешь, ученые доказали, что обмен эмоциями серьезно снижает стресс и улучшает настроение. Ты бы могла оказать нам обоим услугу. Так, остался один. Да, блядь, не того. Не шутки, шутки. Готово. Ладно, пора выбираться. Нет, если мы останемся, Кувалда придет сюда. А это не самая лучшая идея. Я разберусь с этим кулаком. Да вы заебали. Аккуратно. Меняю позицию. Не обращай внимания, просто делай, что делаешь. Блять, происходит. Хочется заорать, блять. Да? Да какого ж, блять, рожна? Да вы, блять, серьезно? Ну, держитесь. Добро пожаловать на шоу. Ебать нахуй. Блять, Соболь. Я что ли должен их, блять, убивать? А? Ты, блять. Ты ж там, блять, такая вся крутая, независимая, блять. Отлично.
быстро. Спасибо. Хуично, блядь. У меня просто нет слов, мне хочется орать, блядь, вот орать. Можно нам уже отсюда убраться? Что он, киберг? Увидимся в аду, жук. Хуй цаса с ним. Два в одно. Кошка. Как она выжила-то, блядь? Просто, бля, я в ахуе от того, что здесь сейчас произошло вообще, блядь. Я прямо тупел, блядь. То есть, вообще от всех игр современных я тупею прям вообще. У меня прям... Ты жива? Ты правда думал, что я погибла? Он думал, остальные-то, конечно, думали, что нет. Как ты меня нашла? Знали, точнее. Так же, как и она. Береги. Он не ощущал. У девушки проблемы с доверием. Как долго ты следила за мной? Мне кажется, если бы он даже бы в задницу засунул, он бы этого не почувствовал. Потому что это ж баба ему запихала. Кувалда стал слишком силен. Ты думаешь, у меня есть выбор? Вот. Стой. Что это? Все, что тебе нужно знать об этом жутком монстре. Прости за то, что было. Но теперь мы квиты. И еще одно. Его голова не такая крепкая, как кажется. И разбилась нахуй. Пока, Фелиция. Прощай, блядь. Посмотрим, что. Еще одна, блядь, сильная, независимая. Еще тайники, бля. Господи. И еще два каких-то задания. Да, еще какие-то задания, блядь, не открыты, но они по сюжету, наверное, откроются, блядь. Если они заперли Соболь на этой базе, украденный гуманитарный груз наверняка находится на других. Надо сказать об этом Дэвиду. Алло. Эй, Дэвид, это Паук. Кажется, я нашел гуманитарный груз, предназначавшийся для Симкарии. Отлично. Можешь прислать мне адреса? Тут только есть проблемка. Он находится в укрепленных точках, охраняемых психопатами с новейшим оружием и непробиваемой броней. Да, действительно проблемка. Сперва разведаю эти точки сам и сообщу тебе. Спасибо, Человек-паук. Я очень признателен за помощь.
Созвонюсь с МЖ. Питер, ты в порядке? Я видела все эти фотографии. Да нихуя, типа, блядь. И черной кошкой. Обычно она приносит неудачу, но не в этот раз. Я знала, что она еще жива. Что она там делала? Спасала мой зад. И подсказала, где можно найти кувалду. Оказалось, он хранит всю награбленную технику под землей. Что? Как? Вот это я и выясню. Надеюсь, что и Соболь спасет, если она жива. Слушай, я все раскапываю материалы по Симкарии. История будет большая, и я считаю, что должна поучаствовать. Чего, блядь, это было? Знаю, так нехорошо. Стоп, ты едешь в Симкарию? Когда? Сегодня. Там все развивается очень быстро. Вы, Соболь, разберетесь с кувалдой? Я вам не нужна. То, что ты не нужна нам, не означает, что ты не нужна мне. Мила, послушай. Другие страны игнорируют этот кризис. Ой, а ты, конечно, блять, уже, блять, помогли уже одной стране. Вход в логово должен быть где-то неподалеку. Ха, видно под землей. Пришло время любительской спелеологии. Так, сейчас. Блять, ладно. Потом буду это. Хуйню выполнять, как все миссии откроются. Ну и запах тут. Надеюсь, Соболь еще не успела нанюхаться этих паров. И если я смогу не намокнуть в процессе, то будет супер. Привет! Крутота какая. Ого, вы только посмотрите. Сколько ж работы нужно, чтобы этот город не развалился. Круто. Никогда не взгляну на чистую воду, как раньше. Так, посмотрим, куда она ведет. Кажется, там кирпичи шатаются. Отлично. Ну, вперед. Люди кувалды. Они обосновались на заброшенной станции метро. Надо разобраться с ними, а потом поискать Соболь. Поэтому я осторожно... Так, мне не показалось. Видимо, переволновался. Блять, чё такой дебил-то, блять? А вы так ничего и не поняли. Ну мы же типа злодеи. Не, это же как посмотреть. Для моих детей я герой. Ну, наверное. Я для мамы тоже. Кто здесь? Видишь? Мы все тут герои. Просто немного потеря. По-разному. Понимаешь? Ага, ладно. Я тут еще порассматриваю и может придумать что-нибудь.
что за... Пойду гляну. Я такого жирика, блядь, подтяни попробую. Да, иди, иди, куда... Вот тут, блядь... Что? Что с этой игрой не так-то, блядь? Пиратка так не тупила, так, вообще не все... лагала, да. Блядь. Если я пойду вдоль кабелей, то наверняка найду, господи, где они держат Соболь. Надеюсь, что этот вагон не держит всю станцию. Есть. А теперь пойду по желтому проводу. Надеюсь, там не будет... Черт, туннель загорожен. Но я, наверное, смогу протиснуться. Так булки у него трясутся-то. Для тел? Да уж, что-то не весело. Что произошло? Как что произошло? Он умер внутри этой штуки, как и остальные. А кто это? Я не помню, как звали, вроде бы Кузанцева. Хреново было? Не, просто выпало... Что это? Сладких снов. Кажется. Так. Надо же его тут закончить и найти Соболь. Похоже, что здесь находится центр их операций. Ранцы Соболя. С удовольствием бы посмотрел, как парни кувалды пытаются полетать на них в первый раз. Проект Олимп. Этим платформам нужно много электричества. Поэтому-то они и тянут его из метро. Я же сказал, что я просто изготавливал эти штуки, не я их придумал. Значит, мы взяли не того парня. Зато теперь у нас есть первый подопытный субъект. Нет! Нет! Нет, не делайте этого! Прошу! Просто дайте мне время, я во всем разберусь! Вот так-то лучше, приятель. Принадлежит Соболю? Да, но большая часть на экспорт. Что вы думаете, босс? Я думаю о том, как она захватила весь город всего за несколько дней. Тогда во время заварушки с дыханием дьявола? Да, дико это было. Не так уж дико, когда есть инструменты. Но у нас есть эти штуки-копалки. Недостаточно. Если нам нужно лучшее, то нам нужна она. Ага, ясно. И как мы это сделаем? Продолжайте у нее воровать. Она сама придет. Та стерва меня чуть не убила. А ты говорил, что я буду неуязвим. Я сказал, почти неуязвим. Как-никак, вы все еще человек. Тогда поработай над этим. Я не уверен, что понял вас. Все ты понял. Займись делом. Ого. Если кувалда заполучит эту штуковину, нам не поздоровится. XRT-89. Подземная бронемашина пехоты. Вот как она называется?
Уж лучше ковырятель. Соболь, кажется, она близко. Вот. Чё сейчас было? Есть лишь один путь наружу. Высокое напряжение, источные воды. Что может пойти не так? Если я что и понял об этом притоне, то только то, что кувалде нужно меньше громил с пушками и больше инспекторов по охране труда. Вы только заколачиваете гвоздь в крышку своего гроба! А ты боевая. Мне нравится. Вы от меня ничего... Ты пришел со мной. Ну как же, зачем? Я же долбоеб. Потому что ты мне нужна. Я одиночка. И я так раньше говорил. Ух ты, господи. Я знаю, что происходит в Синкарии и почему это для тебя так важно. Ничего сейчас, ты не знаешь. Сейчас он тебе такой, мы семья. Семья. Чем я могу заслужить твое доверие? Да вот только что спас я ее, блядь. Слушай. Че, я нет, думаю, не что заслужил? Знаю, как одолеть его, но один не справлюсь. Черт, она на свободе! Ну, блядь. Ну, план такой. Я... Отлично. Я не понял, они что, тоже подопытные или что? Они тоже киборги? Посмотрим, что с тобой сделает босс. Как они нас нашли? Эй, Соболь, где ты научилась драться? На улице в Синкарии. Да ну, а я вот по фильмам научился. Нам бы посостязаться. Да блять, как? Я, блять, все лагает, не видишь, как? Спокойной ночи. Я рад, что хотя бы раз ты за меня. Заткнись и бери. Ну вот над манерами тебе бы поработать. Мне нравится твоя паутина. Научи меня использовать ее. Я бы с удовольствием, но интеллектуальная собственность, знаешь ли. Больно, сопля. Все? Да пошел ты. Ты можешь победить кувалду, так? А ты чё, нет? Эй, я же сказал, дай пять.
здесь есть медицинские записи? В основном о пластине у него в голове. Черная сталь. Очень твердая, очень уязвима к... Нагрел! Можно пододвинуть слегка, а то заебался что-то уже так. На таком расстоянии сидеть. У меня идея. Я клянусь. Давай я тебе дам 5. Заебал. На. Я позвоню. Еее, дала, тупая стерва дала. Ну, да. Думаю, надо заняться другими делами, пока жду звонка Соболь. Эй, а это что? Тормоза, блядь, что? Что это за желтая штука? Это типа уличное искусство такое? Полицейский рапорт. Здесь кого-то убили во время ограбления, но ничего не украли. И еще магнитофон. Значит, у вас некий стресс в связи с работой. Вы пришли по адресу. Это моя специальность. Так мне сказали. Пожалуйста, расскажите подробнее о своих ощущениях. Ну, можно сказать, что я сам на себя давлю. Я хочу быть лучшим. И у меня очень требовательный босс. А что у вас за работа? Это ведь разговор только между нами, да? Конечно. Хорошо. Потому что если нет, то вы уже покойник. Здесь написано «одна из девяти». Видимо, в городе есть и другие. Здесь еще есть список координат. Люблю охоту за сокровищами. Но что-то мне подсказывает, что сундуков с золотом по этим адресам не будет. Так, тут все открыл. Тут открыл. И тут что-то недоступно. А я не знаю, что это. Что это недоступно? Чего-то еще. Наверное, побочки. Кажется, я почти на месте преступления. Визитная карточка нашего незнакомца. Припоминаю, это последнее известное местонахождение информатора из Маджи. Он исчез пару месяцев назад. Что-то мне становится не по себе. Давайте прекратим сеанс. Простите, док, не хотел вас пугать. Просто паранойя разыгрывается. Опять же, из-за работы. Хорошо. Расскажите мне побольше о вашей работе. Опишите обычный день. Обычный день? Ну, начинается все с утра, когда я проверяю телефон и узнаю, кого босс сегодня заказал. По-быстрому завтракаю. Я стараюсь придерживаться кетогенной диеты, знаете такую? Дела у меня иногда бывают грязные, так что приходится идти домой отмываться. После полудня я иногда хожу в зал, потом обедаю. Простите, мы можем немного вернуться? Что именно означает «заказать»? Босс приказывает мне убивать людей. И я неплохо справляюсь. Резюме у меня приличное. Кажется, это какой-то головорез Маджи. Кажется, это тоже часть целого. Думаю, хорошо бы найти остальные. Так, а что, основная миссия еще не откроется? Ладно, подождем тем временем. Эй, Питер! Просто сообщаю, что все еще дома. Рад слышать. Как дела? Я просто слушал полицейское радио, и по всему городу творится всякое без перерыва. Подавляет, да? Как ты это делаешь? В смысле, ты же не можешь быть везде? Помни, как говорила тетя Мэй. Помогаешь одному, помогаешь всем. Да. Но я так и не понял, что она имела в виду. Майлз, помнишь ту даму, которая не так давно пришла в пир с двумя детьми? Которую только что выселили? Да.
И после того, как она нашла работу и готовилась переехать на новое место, она мне сказала, как только я получу первую зарплату, то отправлю в пир сколько смогу. Значит, мы помогли ей, а она теперь помогает другим. Что-то вроде цепной реакции. Именно. Мэй была лучше всех, правда? Лучше всех. Я отправлю тебе адрес сразу, как только покончу с этим, так что будь готов. И принеси с собой те эжекторы. Наконец-то! Послушаем, что там на записи. Что вы думаете, док? Но чисто клинически вы социопат. Не чувствуете раскаяния за свои действия, так что стресса у вас нет. Я сомневаюсь, что с вашим самочувствием что-то не так. Так зачем вы в самом деле ко мне пришли? А вы умные, это хорошо. Ладно, тогда я перейду сразу к делу. Делайте то, что я говорю, и ваша семья будет жить. Ого. Сразу к делу, значит? Хорошо. Я знаю, что вам тут нужно. И знал с первой секунды, когда вы вошли в эту дверь. А еще я знаю, что прежде чем я что-то сделаю для вас, вы сделаете кое-что для меня. Вот это поворот. Все эти места будто бы прикрытие для заказных убийств. И если тот парень с записи действительно главарь Смаджи, то, скорее всего, он их всех и убил. Чё, преступлений здесь не будет, или чё? Или как? Или куда? Короче, я думаю, на этом всё. Так что давай, счастливо. Я вот уже напсиховался, как бы достаточно.